Приветствую вас, дорогие подписчики нашего канала. Сегодня я покажу комплекс упражнений и силового экстрима, который будет проходить 4 августа в городе Белгороде. Это первый комплекс, называется толчковая эстафета. Состоит из 5 разных движений, которые я вам покажу, как они выполняются. Количество повторений и упражнений регламентируется строго организаторами. Здесь, в данной эстафете, было всего лишь 5 подъемов. Везде по-разному. Не пытайтесь это повторить дома, это опасно. С вами был Руслан Пустовой, увидимся на нашем канале. Ставьте лайки и комментируйте.